Здравствуйте! Сегодня мы с вами будем читать седьмую главу детектива Маритин Вирхе «Ошибка Марит». Эта глава посвящена грамматической теме императиве, повелительному наклонению, а называется глава «Эркилла он алиби». У Эрки есть алиби. Глава очень грустная, и мы это понимаем по первому же предложению. «Антин колеман ялкен». Marit ei pitkään aikaan syönyt paljon mitään. Anti умер, потому что в первом предложении мы видим фразу после смерти Анти. Antin kuoleman jälkeen. Marit долгое время ничего не ела. Hän laihtui melkein 10 kiloa. Она похудела почти на 10 килограмм. Vaikka hän oli surullinen. Hän ei myöskään itkenyt. Хотя она страдала, грустила, она также не плакала. Hän vain makasi sängyssä ja tuijotti seinää. Она только лежала на кровати и смотрела, уставившись в стену. Tuijottaa – это глагол «уставиться», «пристально смотреть». «Syönyt vähän, Marit», – sanoi äiti. «Поешь немного сейчас, Marit», – сказала мама. «Muuten kuolet kohta sinäkin». «Иначе ты тоже скоро умрёшь». «Yritä edes», – хотя бы попытайся. «Tässä on kahvia ja Karjalan piirakoita, vasta leivottuja». «Здесь кофе и карельские пирожки». Только что испечённые. Maista edes vähän. Попробуй хотя бы немножко. Здесь везде повелительное наклонение. Syö, yritä, maista. Поешь, попробуй, попытайся. Marit maistoi Karjalan pirokkaa. Marit попробовала карельский пирожок. Hän söi yhden suupalan. Она съела один кусочек. Кусочек, который можно взять в рот. Mutta hänen oli vaikea nielaista sitä. Но ей было трудно проглотить его. Hänestä tuntui, että hänellä oli pala kurkussa. У нее было такое чувство, что у нее был кусок в горле. Äiti silitti Maritin hiuksia. Мама погладила Marit по голове, по волосам. Itke, Marit. Se helpottaa. Поплачь, Марит. Это тоже повелительное наклонение. Плачь. Это помогает. Это облегчает. В общем, от этого становится легче. Mutta Marit ei voinut edes itkeä. Но Марит даже не могла плакать. Älkää melutko, äiti kommentsi Saamia ja Santeria. Menkää tekemään läksynne. Здесь у нас уже повелительное наклонение на «вы», множественное число. «Älkää melutko» – «не шумите», – приказала маме Сами и Сантери. «Идите делать домашнее задание». «Läksyt» – это домашнее задание, то же самое, что «коти tehtävä». «Älä höpötä, äiti», – sanoi Сантери. «Huomennahan on vasta sunnuntai». «Älä höpötä» – это не болтай ерунды, мама, – сказал Сантери. «Завтра же только воскресенье». «Niin on, mutta huomenna me kaikki menemme Antin hautajaisiin», – sanoi äiti. «Да, но завтра мы все пойдем на похороны Анти», – сказала мама. Кстати, в Финляндии похороны часто не на третий день, а проходит довольно много времени между смертью и похоронами. Tehkää siis kaikki läksyt jo tänään. Сделайте, то есть она дает опять приказ, повелительное наклонение, глагол tehdä во множественном числе будет tehkää, сделайте. Так что сделайте все домашние задания уже сегодня. Ja luvatkaa, että huomenna käyttäydytte hyvin. И обещайте, что завтра будете себя вести, глагол käyttäytyä. Вести себя. Здесь произошло чередование. Käyttäydytte hyvin. И обещайте, что будете
Завтра вести себя хорошо. Тетушки, сануйват сами я сантери. Конечно, сказали сами и сантери. Antti haudattiin metsäkylän luterilaiselle hautausmaalle. Antti похоронили на лютеранском кладбище Metsäkylä. Ensin oli siunaustilaisuus kirkossa. Сначала было вот это слово siunaustilaisuus, это отпевание. Сначала было отпевание в церкви. Антин арку oli алтарин луона. Арку – это гроб. Гроб Антти был у алтаря. Ennen siunausta lähiomaiset kävivät vielä katsomassa Anttia. Перед отпеванием, перед службой, близкие родственники пришли еще посмотреть на Антти. Маариткин käви. И Маарит пришла. Антин kasvot olivat aivan valkoiset, mutta muuten hän näytti normaalilta, samalta kuin ennenkin. Лицо Анти было совсем белое, но в остальном он выглядел нормально, точно так же, как раньше, как прежде. Silloin Maarit alkoi itkeä. Тогда Маарит начала плакать. Kirkossa oli Antin perhe ja sukulaisia ja ystäviä. В церкви были родители, семья Антти и родственники, и друзья. Паппи пухуй я лаулеттиин вирсия. Выступал священнослужитель с речью и пели традиционные песнопения. Ситтен арку каннеттиин хаутаусмаалле. Затем гроб понесли на кладбище. Myös Maaritin isä oli kantamassa arkkua. Также отец Maarit нёс гроб. Oli kova pakkanen, mutta kaunis talvinen päivä. Был сильный мороз, но красивый зимний день. То есть был морозный, но красивый зимний день. Aurinko paistoi ja valkoinen lumi hohti. Светило солнце, и белый снег блестел. Hautausmaalla ihmiset veivät kukkia arkun päälle ja lukivat muistosanat. На кладбище люди возлагали цветы на гроб и читали памятные слова. Pappi heitti vähän hiekkaa arkun päälle. Священный служитель бросил немного песка на гроб, сверху гроба. Maasta olet sinä tullut, ja maaksi pitää sinun jälleen tuleman, pappi sanoi. Вот эта фраза, maasta olet sinä tullut, ja maaksi pitää sinun jälleen tuleman, это цитата из Библии, дословная цитата, означает она, из праха ты вышел и в прах обратишься. И это, соответственно, сказал священнослужитель. Паппи пити хаудалла вела пиенен пухен. На могиле священнослужитель произнес еще одну небольшую речь. Älkää pelätkö kuolemaa, паппи sanoi. Sillä kuolema on vain uuden elämän alku. Не бойтесь смерти, сказал священнослужитель, потому что смерть это только начало новой жизни. Mutta Maarit ei uskonut Jumalaan, eikä iän kaikki sen elämän taivaassa. Но Maarit не верила в Бога, Jumala, это Бог. Maarit ei uskonut Jumalaan, eikä iän kaikki sen. Здесь слово «ikä» просто произошло чередование. Iän kaikki sen elämän и в вечную жизнь на небесах. И обратите внимание на двойное чередование. Я планирую снять видео, просто пока очень мало времени у меня, про двойное чередование. В финском языке «не» говорят и «не». А как раз они делают еще одну частицу «не», то есть в данном случае «эй», и к ней добавляют «кя»,
То есть если я не, то это будет энка. Если ты не, то это будет этка и так далее. В данном случае эйка. Hän ajatteli, että Antin kuolema oli uuden elämän alku vain niille madoille ja toukille, jotka alkaisivat syödä hänen ruumistaan haudassa. Она думала, что смерть Анти – это начало новой жизни только тем червякам, мато, червяк, мадоille ja toukille, toukka – это гусеница, которые начнут есть его тело в могиле. Турваткаа Юмалаан, sanoi паппи vielä. Турваткаа – это доверьтесь, доверьтесь Богу, еще сказал священнослужитель. Älkää unohtako, että hän on luvannut kuulla teidän rukouksenne. Не забывайте, в отрицании множественного числа у нас älkää и потом глагол с окончанием ко. Älkää unohtako. Не забывайте, что он обещал слышать ваши молитвы. Antakaa Jumalan auttaa teitä surussanne. Дайте Богу помочь вам в вашем горе. Hautausmaalta ihmiset menivät muistotilaisuuteen seurakuntatalolle. С кладбища люди пошли на поминке. Muistotilaisuus, это поминки. Seurakuntatalolle. В здание кунте. Вот это слово seurakunta, это общественная как бы единица. Кунта – это вообще административное отделение Финляндии. Поэтому довольно сложно это перевести на русский язык. Те, кто начинает изучать Финляндию и ее традиции, обычаи, жизнь в Финляндии, они понимают само слово кунта, и его переводить не нужно. Siellä he söivät ja joivat. Там они ели и пили. Pidettiin vielä joitakin puheita ja laulettiin. Еще держали некоторые речи, то есть выступали с речью и пели. Antin kuva oli pienellä pöydällä. Фотография Анти была на маленьком столе. Sen vieressä oli kynttilä ja kukkia. Рядом с ней была свечка и цветы. Syö, 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 hyvä lapsi, sanoivat kaikki Maritille. Ешь, ешь, хорошая девочка, хороший ребенок, говорили все Marit. He näkivät, että hän oli laihtunut. Они видели, что она похудела. Еще раз напоминаю, что похороны в Финляндии могут быть не на третий день. Прошло, может быть, дней 10, а то и 2 недели. И за это время действительно можно заметно похудеть, если ничего не есть. Антин исоайти секоитти паljon hunajaa teehen. Бабушка Анти размешала много меда в чай. Jos sinun on vaikea syödä, niin juo ainakin tämä, että saat energiaa, hän sanoi Maritille. Если тебе трудно есть, так выпей, по крайней мере, это. Это придаст тебе энергии, сказала она Marit. Marit oli jo kertonut Antin isälle ja äidille, mitä Helsingissä tapahtui. Marit уже рассказала папе и маме Анти, что случилось в Хельсинки. Mutta Antin isoisä ja isoäiti halusivat vielä kysyä Maritilta Antin viimeisistä päivistä. No, дедушка и бабушка Анти хотели еще спросить у Marit о последних днях Анти. Hän oli huonossa kunnossa, kun menin sairaalaan. Он был в плохом состоянии, когда я пришла в больницу. Marit kertoi, сказала Marit. Рассказала Marit. Sairaanhoitaja kertoi, että hänen oli löydetty puistosta. Медсестра рассказала, что его нашли в парке. Ja että luoti oli mennyt ihan sydämen vierestä. Слово luoti – это пуля. И что пуля прошла
прямо рядом с сердцем. Анти санонут эна митан. Анти уже ничего не говорил. Mutta hän avasi silmänsä ja katsoi minua. Но он открыл глаза и посмотрел на меня. Ja minä luulen, että hän yritti hymyillä. Я думаю, что он пытался улыбнуться. Rikospoliisit olivat tulleet tapaamaan Maaritia jo sairaalaan. Полиция пришла встретить Марит уже в больницу. He tekivät jo siellä muutamia kysymyksiä. Они уже там задали несколько вопросов. Marit kertoi, että joku oli soittanut Antille. Ja että Antti sen jälkeen oli lähtenyt tapaamaan tätä ihmistä. Marit rассказала, что кто-то позвонил Антти, и что Антти после этого отправился встретиться с этим человеком. Tuka huomis aamuna poliisilaitokselle, sanoi toinen poliiseista, ja antoi osoitteen. Tuka, это приходите, повелительное наклонение, на вы. Он глагола тулла. Хуомис ааму – это завтрашнее утро. Приходите завтра утром в полицейский участок, сказал другой полицейский и дал адрес. Yrittämme siihen mennessä selvittää, kuka hänelle soitti. Siihen mennessä – это до этого времени. Попытаемся до того времени выяснить, кто ему звонил. Аамула. Marit istui poliisiasemalla. Утром Marit сидела в полицейском участке. Hän ei ollut nukkunut koko yönä. Она не спала всю ночь. Ottakaa vähän kahvia, sanoi yksi poliisi ja työnsi Maritille kahvikupin. Возьмите немного кофе, сказал один полицейский и протянул Marit кофейную чашку. Näytätte väsyneeltä. Выглядите уставший. Kertokaa sitten kaikki, mikä voi liittyä tähän murhaan. Расскажите затем все, что может относиться к этому убийству. Marit kertoi kaiken. Marit рассказал все. Hän sanoi, että soittaja oli varmasti Erkki Paananen. Она сказала, что звонящий был наверняка, даже точно, Erkki Paananen. Hän kertoi suhteestaan Erkkiin ja viesteistä, joka Erkki oli lähettänyt. Она рассказала о своих отношениях с Erkki и о сообщениях, которые Erkki отправлял. Hän antoi poliiseille Erkin puhelinnumeron. Она дала полицейским телефонный номер Erkki. Полицейла оли Антин кеннюкка. У полицейских был сотовый телефон Анти. Сихен ei ollut tullut puhelua Erkin numерosta. Но туда не поступало звонков с номера Erkki. Puhelu eilis iltana 6 aikaan. On tullut puhelin automaatista, poliisi kertoi. Звонок вчерашнего вечера около 6 был сделан с телефона автомата, рассказала полиция. Poliisit alkoivat etsiä käsiinsä Erkki Paanasen ja selvittää, oliko tämä soittaja, joka houkutteli Antin puistoon. Полиция начала разыскивать Erkki Paananena и выяснять, был ли этот звонящий, то есть был ли он тем звонящим, который заманил Антти в парк. Ja oliko tämä myös murhaaja, joka ampui Antin puistossa? И был ли он также убийцей, который застрелил Антти в парке? Marit palasi Metsäjoelle. Marit вернулась в Metsäjoki. Hänen oli pakko mennä kouluun. Ей нужно было идти в школу. Koulussa hän vai istui pulpetissaan
Eikä nähnyt, eikä kuullut mitään. В школе она только сидела за партой, пулпетти, это парта. Не видела и не слышала ничего. Видите, тут снова эйка и не видела, эйка куулут и не слышала ничего. Котона хэн макаси сэнгюсса. Дома она лежала на кровати. Полиисит Хельсингиста сойтиват монта кертаа я текиват лисяа кюсимюксия. Полиция из Хельсинки звонила много раз, полицейские из Хельсинки звонили много раз и задавали дополнительные вопросы. He sanoivat, että murhaaja ei ollut Erkki, vaan joku muu. Они сказали, что убийца не был Эрки, а был кто-то другой. Эркилла oli alibi. У Эрки было алиби. Hän oli ollut pavissa, pubissa, ihan toisella puolella kaupunkia. Он был в пабе, совсем по другой стороне города. Kaikki hänen ystävänsä todistivat, että hän oli ollut siellä. Все его друзья подтвердили, что он был там. Älkää uskoko häntä ja hänen ystäviään, sanoi Maarit. Не верьте ему и его друзьям, сказала Maarit. Hän se on. Hän tappoi Antin. Minä tiedän sen. Он это был. Он убил Антин. Я знаю это. Вангиткаа хэнет, панкаа хэнет ванкилаан. Арестуйте его, посадите его в тюрьму. Älkää hermostuko, sanoi poliisi. Не волнуйтесь. Emme me voi vankita häntä vain siksi, että te uskotte, että hän on syyllinen. Мы не можем его арестовать только потому, что вы считаете, что он виновен. Me elämme oikeusvaltiossa. Мы живем в правовом государстве. Oikeus valtio, правовое государство. Huomenna meille tulee vieras viikoksi, sanoi isä hautajaispäivän iltana. Завтра к нам приедет гость на неделю, сказал папа вечером в день похорон. Hän on vanha ystäväni Helsingistä. Это старый мой друг из Хельсинки. Minusta tämä ei ole oikein sopiva aika vierailulle, sanoi äiti. По-моему, это не лучшее, не самое подходящее время для гостей, сказала мама. Pyydä häntä tulemaan joskus myöhemmin. Попроси его приехать немного позже. Как-нибудь попозже. Annetaan Martin suurra rauhassa. Давай дадим Marit погрустить спокойно, пострадать спокойно. Olen kutsunut hänet ajan sitten, sanoi isä. Я его пригласил какое-то время назад, сказал папа. Ja hän on varmaan, hän on jo varmaan matkalla rautatieasemalle. И он уже наверняка по дороге на вокзал, в пути. Hän tulee yöjunalla. Он приедет ночным поездом. Älä valehtele, iskä, Santeri huusi. Et sinä kutsunut häntä ajan sitten. Не ври, папа, закричал Santeri. Ты не пригласил его какое-то время назад. Minä kuulin, kun sinä soitit hänelle eilen. Я слышал, как ты звонил ему вчера. Eikä hän ole sinun vanha ystäväsi. И он не твой старый друг. Santeri, älä höpötä, sanoi isä. Menkää nukkumaan, pojat. Santeri, хватит болтать, сказал папа. Идите спать, мальчики. Kun pojat olivat menneet, äiti kysyi. Когда мальчики ушли, мама спросила. Mitä Santeri oikein tarkoitti? Что имел в виду Santeri? Jos hän ei ole sinun vanha ystäväsi, niin kuka hän on ja miksi hän tulee tänne? Если он не твой старый друг, то кто он? И почему он приедет сюда? Santeri vain höpötti, vastasi isä. Santeri просто болтал ерунду, ответил папа.
Illalla, kun Maarit oli nukahtanut, hän näki Antin. Вечером, когда Марит уснула, она увидела Анти. Анти тули хэнэн луоксэн я хюмюли. Анти шёл к ней и улыбался. Älä suure, rakas, Анти саной. Мина олен тässä. Не грусти, любовь моя, сказал Анти. Я здесь. И на этом я с вами прощаюсь. Мой-мой, минус ряд уставят.